Андрей Валерьевич, ваш комментарий по сегодняшней игре. Сложно давать здесь комментарии какие-то. Не знаю, на мой взгляд, субъективно, играя с таким преимуществом, пропускать 5, это что-то за гранью, если честно. По поводу футбола, насколько позволяли условия, пытались играть в конце, да, уже упростили. Ну, проиграли, еще медленно проиграли. Вот такой комментарий. Что, на ваш взгляд, по горячим следам стало причиной этого результата? Как вы сказали, что команда имела преимущество, но пропустила 5. Ошибки в обороне. Это не значит, что только защитники ошибались. Ошибки. Голы в футболе забиваются после ошибок. Только... Отсутствие Игоря Алексеевича и Даниила Селинского с чем связано? Ну, Селинского... дисквалификации или травмы. Ну так как большой молодец, он отыграл весь второй круг. Ну, по сути, с травмой он отыграл, он практически не тренировался, он его подводили только к играм. Но уже в игру в Мозыре он доигрывал. Не знаю, как он его доиграл вообще. Поэтому решили дать ему паузу. Как для нынешних погодных условий вы оцените состояние сегодняшнего поля? Нормально, поле для всех одинаково. Поэтому тут на это я никогда не буду ссылаться. Тут все были в одинаковых условиях. Мы и соперники. И такой обобщенный вопрос. Как вообще оцените отрезок команды под вашим руководством после прихода в Кумере? Знаете, это очень сложно так сразу ответить. Надо проанализировать все это. Ну, удовлетворение полного у меня нет. Мы могли больше. Ребятам это сказал, они к ним по работе, вообще никаких вопросов по самоотдаче, в каждой игре, в тренировке, но где-то нам немного не хватило, могли быть лучше.